Дорогие друзья, приветствую всех любителей рыбалки. Ренат. Всем привет. Здорово. Ты что, тоже любитель рыбалки? Вот хочу начать. Приобщиться, да? Правильно, правильно. Вот молодежь, берите с Ренатовича пример, а то вы сидите в PlayStation'ах, ядреныч. Да. Ну и скуфец. А скуфец меня берите пример. Модным словом говорим. Ребят, мы сейчас зашли. Ну, надо червячков купить, червячков. Там. Прикормочку, опарыши. Мы вообще за какой рыбой? За окунем, за карасем. Сазан, карп, лещ. Все, что на стол метит. Ну, мы так стандартные, короче, удочки себе взяли на карася. Пока на карася, а там посмотрим. Вот заехали в замечательный магазин. У нас в Измайлове есть на 3-й парковой, рыболовный. Замечательный продавец, очень добрый, вежливый. И даже согласился нам совершенно бесплатно, то есть даром, собрать удочку. Да. Ренатыч купил себе удочку, да. Лесочку. Катушечку, крючочки, поплавок, грузило. А собирать-то кто будет, ядрёныч? Не знаю. Вот и думаю, ядрёныч. Вот вам спасибо, вам. Вот такая Ренатычева удочка. А вообще это сложно? Нет, если понаблюдайте, и у вас все получится. Тут главное, вот, наблюдай, рыбачок. У меня-то, потому что уже в сборе, у меня батя все собрал, мою удочку. Сервис у нас, Алексей. Ну? У нас. Все вы здесь найдете для рыбаков, все, что нужно, и крючочки, может крючочки взять. А какие лучше вот для наших московских парковых водоемов брать лучше? Какой-нибудь самых средних размеров. Ну, примерно, например, подойдет вот этот. Ага, вот я себе возьму такой наборчик. Ренат, а ты будешь это дополнительно брать? Тоже. Конечно. Потому что мы в парковых водоемах рыбачим. Это московская рыбалка, если что. Кстати, вот замечательный чехол, вот такой, я себе приобрел. Сюда помещается удочка прямо с катушкой, прямо с катушечкой. Классная вещь. Еще вот есть такие отделения, ну, сюда можно все, что угодно положить. Даже вот эти крючочки, пауэрбанк лежит у меня, там телефон, зарядка. Все как надо, вот. Такие вот. Крючки-дрючки. Есть вот за 900 рублей, ну, кепочки. Так что, ребята, пожалуйста. Так, ну вот, заработало. Если это, например, 700 рублей обошлось, плюсуем поплавок, грузик и так далее, ну, там, стопорки, крючки, все это выходит в порядке 1300-1400 рублей. Но при этом точно такая же, только чуть-чуть длиннее этой, у меня есть, они уже готовые в сборе. 1250. Вот, замечательно. А это сколько метров получается у него? 240. А, 240. Здесь 270 и 3. В принципе, того, что... Это ничего страшного. Ну ладно, стоит только приобщиться. Как говорится, удочка, дай бог, не последняя. Потому что это стоит только начать, да? Да. Теперь имеем в виду. У меня батя тоже где-то примерно за 1,5 покупал уже готовые. Ну да. Только он лесочку поменял. Вот. Ну ладно. То есть ты приехал сразу, забрал удочку, червячков. Купил, да, пошел и нарвал. Запивочное оборудование. И погнал, ядрёныч. Все по пути. Да. Там же тоже определенно надо. Вот 2 грамма поплавок. Значит... Здесь они пронумерованы. Значит, выбираем отсюда 2 штучки по единичке. По единичке. Вот у нас 2 грамма. Получается 2 грамма. Да. Никаких сложностей нет. Угу. Просто так разобраться. Да. Цепляем грузики чуть-чуть отдаленно друг от друга. Угу. Это для того, чтобы, когда произвели заброс, чтобы у вас это все не путалось. А плавно, ну, плавно отпустилось в воду. Мы вообще хотели с Ренатовичем сами собрать удочку ему, но думаешь, может, вечером... Я вообще хотел вчера все это дома сделать. Да, можно по-простому все понавязать, привязать? Ну, ладно. Держим пачку, держим остальные. Только за одну тянем. Угу. И все. Вытаскиваем только одну, остальные остаются тут. Он уже навязанный, видишь, да? Да? Специальным образом. Вот, ползом с петелькой.
берем. Нам не нужен небольшой. Угу. Здесь большой не нужен. Делаем в нем петлю. Петелечку, да? Лишнее откусываем, чтобы не торчало. Вот у нас поводочек с петелькой. Угу. Складываем, берем здесь, делаем то же самое. Тоже лишнее отпускаем, чтобы не торчало и не мешалось, и не путалось. Записывай, Ренат. Записываю. Вот. В итоге просто у нас получается здесь петелька и здесь. Ставим и соединяем петля в петлю. И вот. Всего делал. Есть у нас даже произойдет так, повесь обратно. Какой-нибудь зацеп или там закоряжник зацепится, или еще что. А, мы дали вот здесь слабину, оторвется у нас только поводочек с крючком, а весь монтаж останется на удилище. Я к тому, что я такие же возьму себе. Вот. Потом, да. Достанете следующий, сделайте петельку, и как я его здесь соединил, соедините петельку. Давай я тоже шестой номер. Это шестой, да? Шестерочка? Да. Ну, 200 рублей, но зато их много здесь. Да, это японские крючки. Ой, японские, но нормально, наша тема, да, да. Это все, все, значит, качество есть. Да, они качественные, поэтому чуть-чуть дороже, чем там, даже те же самые корейцы. 50 рублей, 180 рублей и 190 крючочки. То есть вы его приобретали за 700 плюс 510. Да. И у вас это все было бы не монтированным. То есть получилось 1200 плюс без монтажа у вас. А так у меня он готовый, 1250 рублей. Вот, пожалуйста. Ну вот, ребят, третья парковая улица. Вот замечательный магазин «Рыбалка и туризм». Заходите, рады будут вам. Даже помогут и удочку собрать, все подсказать. Вот Ренач в полном комплекте сейчас поедет. Едем мы на Серебряно-Виноградарские пруды. Тут рядом, вот буквально раз, там 2-3 остановки, и мы уже на месте. Очень удобное расположение у магазина. Вот, вам спасибо большое. Всегда, пожалуйста. А то бы, я не знаю, мы бы до вечера колупались бы с этой сборкой. Все, погнали. Ни хвоста, ни чешуи, да? Блин, ну в мире, конечно, не без добрых людей, ребята. Я вот серьезно говорю, мы бы, наверное, колупались, и мы ловили бы потом на одну удочку с Ренатовичем. Потому что там, ну, нюансы есть. Когда у тебя рука набита, то раз, 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 раз. Ну это все с опытом приходит. Да, спасибо дядьке, даже денег с нас не взял. Да. Вот, ребят, ну мы едем, короче, на Виноградарские пруды. Там он нам тоже подсказал, с какой стороны лучше. Говорит, 1,5 килограмма вытащил там дурня в этом сезоне. Ну, посмотрим, нам 1,5-то не надо. Да, Ренат, я говорю, нам 1,5-то не надо, но так, да, нам 2 килограммчик ядрёт хотя бы. 1,5 не надо, 2 ну. будет достаточно. А что, у него удобно расположен магазин. Вот сейчас по прямой, раз, ой, 2 остановки, и мы на месте. Вот, так что, ребят, это не реклама. Мы купили за свои деньги все снасти, просто от души показали вам. Вот, ну что, все, водички мы взяли, пивка взяли. А как? Пивка мы взяли, безалкогольного, какого-то вкусненького. И камон и в рыбаде, ядрёныч. Московская парковая рыбалка. Пусть это будет началом. Пусть это будет началом, ребята, вот этот ролик и... Может быть, тему разовьем, посмотрим, как зайдет, ядрёныч. Все зависит от ваших лайчонков, от души и сердечного клапана. Да, Ренатович? Да, да. Я говорю, лайчоночка, да, порядочно поставить. О, нормально, ядрёна. Хочу сказать про вот эту штуку у меня за спиной. Удобная, кстати, вещь, но к ней маленько приноровиться надо. А что, я туда положил удочку, вот все свои причиндалы там.
там карточку, паспорт, все, что есть, положил. Нормально. Как такой рюкзак ядреный. Удобная штука, но там 1500 у меня стоит. Ну, это один раз и на всю жизнь. Ну, не на всю, конечно, но надолго. Часто ли мы будем ездить на рыбалку? А хрен его знает, может быть, часто. У нас тут прудов в Измайлово, как шелков, так что... Только стоит начать. Это же такая зараза, рыбалка. Ой. Зовите в свое Измайлово. Да, приезжайте. Не, парковая тема, парковые пруды, они рыбные. Запускают в парках рыбу, чтобы мы, вот, уставшие от суеты горожане, ходили на рыбалку, наслаждаясь природой, и таскали рыбку. Алисе Кисе. Алисе Кисе. Да. Не у всех же есть дачи, тем более. А на платниках дорого, наверное. Да и что? А на платниках еще, вон у нас соседи ездили, ну и что, ни хрена, целый день просидели, блин, 5000 ветром сдуло, что-то там поймали каких-то головастиков, вот тебе и платник. Хорошо, хоть поймали. Ренатович, вот да. Тебе и платник. Да, я говорю, хорошо, хоть поймали, хоть головастик. Ну, главное, процесс, а правильно. Главное, процесс. Да. Ну, это самое главное. Ну, так что все потихонечку. Так, ну ладно, что тут. Единственное, вот то, что табуретки нету. Как ее везти на велике? Я думал. Багажник надо, Алексейке. Багажничек неплохо было бы, да. Да, есть же, продаются багажники. Тогда уж велосипед надо грузовой, вот такой, как у тебя. Могу свой так, домашний. Нет, но это если чисто, знаешь, на велике ехать. Можно-то и на машине, в принципе, приехать. Так-то ничего. Сюда, да. Вот. Ну ладно, ребят, ну что? Начинаем рыбалку. Начинаем. Так, ну надо сначала... Вот она моя четырехметровка. Вот моя. 2,3, да? Или да. Сколько у тебя там? 2,3, по-моему. Так, Ренач, надо рогатульки, да? Надо. Они вот здесь вот лежат. Ага. Ты червяка умеешь насаживать? Не, научимся сейчас все сделать. Насаживать ты что там, ядреный, да? Да. Делов-то. Так, вот Ренатович себе взял рогатульку. Да. А мне батя подарил бэушную. Ну ничего страшного. Какая разница, бэушная либо новая. Так. Вот сюда их сейчас раз, да? Моя. Так, где бы? Ну, наверное, я вот поставлю вот здесь вот, чтобы не туда в траву кидать, а вон туда, где нет травы. А ты где-нибудь, может, по ту сторону травы. Я по эту сторону травы, да, а Ренатович по ту. Лучше поймать. Да, порядочно. А вы делаете ставочки, да? А? А я закинуть смогу? Ты да, а то, может, за дерево зацепишь. Вот сюда лучше, поближе, Ренатович. Вот сюда. Тут ты нормально как раз. Раз. Осторожней. Рано еще падать, ядрёный. Вот здесь, наверное, нет. Ну, нормально. Тут и закид тебе. Раз вот так вот пошло. Алексей, катушечкой. Ну, подожди. Да я сам. Ну-ка, подержи. Я сам-то не профессионал, Ренатич. Да, ну я-то... Ты хоть сзади Миши ездил. Ну, я так видал, да, как батя делает. Я-то принципе, не был ни разу. Такого. На таких раз. Рыбалках. Так. Вон катушечка, видите, какая модная, золотая. Это тоже японская. Да? А у меня тоже, кстати, японская катушка. Конечно. Так. Главное тут не сам себя, главное, не поймай, да? И не запутать, ядрёныч, раньше времени. Сегодня будет это много слова, ядрёныч. Очень много. Так. Все делается. Интересно, елки-моталки. Ладно, я думаю, да. Чего-то мы должны поймать сегодня. Нормально все. Главное не бздеть, правильно? Да. Тут, конечно, деревья такие, зацепиться не хрен делать. Это точно. Зацепиться не хрен делать, поэтому... Тихо! Надо...
Аккуратно. Подальше отойду, то меня поймает на крючок. Ну, как оно? Надо еще маленько оставить. Кай, смотрите, какая красота. Ух ты, смотри, на этих штучках плавает. Да. О, я не знаю, не знаю. Блин, я тоже забыл. Ничего я не знаю, да? Такие лодочки, короче, долблёночки. Лодочки-долблёночки. Да. Так. Нормально же? Нормально вроде. Да тихо. Так, теперь значит, будем сейчас Ренатовичу удочку распутывать. Сейчас, подожди, я сразу... Так и норовит меня. Пусть она там будет тогда. И раз. Прям без червяка, да? Охрен его, может тут дурная рыба. Так будет ловиться. Может она и так поймает. Да все может быть. Так, ладно, пусть пока тут лежит. Так, теперь Ренатович будет распутывать. Теперь моя, да. Давай. Или ты сам? Не-не-не-не. Я профессионал, профессионалом. Да какие нахрен профессионалы? Вот так ее вниз отводишь. Ага. И погнал. И погнал. Аккуратненько. У меня крючок, я сейчас зацеплен за там, за конец. Ладно, понял. Так сделали в магазине. Так. Еще какая-то. Так. И теперь раз ее обратно на фиксацию. Ага. Вот он крючок. Так. Идет она? Идет. Так, а закидывать, Ренатыч? Ага. Как вот так вот вниз ее. Ага. Так. Ой, подожди сейчас. У меня уже не такая профессиональная катушка, как у вас, Алексей. Вот так вот, ну блин. И готовы? И... Готовы. Раз. И фиксируешь. Нормально. Раз, 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 раз. Все нормально? О, нормально. Работает все. Все работает. Все, вот. Первое погружение в воду уже было. Обмыли ядрёный. Обмыли, а, да. А, кстати, надо обмыть-то это дело. Надо, у нас есть чем. Сейчас обмоем. Сейчас я свою закину и начну обмывать. Давай, сейчас в ринкрофу. Нам закинет все. Так. Так, как? Понял? Вот эту штучку вниз туда? Вот да. Так. Вниз. Теперь пальчиком придерживаешь леску. Не, вот бери леску. Вот так? Да, вот так вот. Но ты ее обратно подтяни. Нет, это. Ага. Да, замок. А закрой, подтяни ее маленько. Вот. Теперь пальчиком одним придерживай. Так. Вторым ослабляй. Вторым ослабляй. И на размах. И отпускай. Понял? Ничего сложного нету. Прям в траву поставил ее. Вот я тебя, считай, научил, Ренат. Да. С тебя 5000. Понял, нет? Сколько? 5000. А что так долго? Да. Или мы сейчас, смотри, или мы червячка насадим, закинем и обмоем, да? Да можно и так. Порядочно. Я считаю, то, что очень порядочно. Не, ну ты не так ставь. Ты пониже ее, во-первых, да. И одной, подожди, не так. Ручкой на берег ставь. Ручкой на берег. А, вот так? Ну, подальше, ручка, чтобы на берегу, да, вот так вот, вот. Ну, там склон, вот, типа, примерно, вот так, подожди, вот. Как? Вот, примерно вот так, а, вот. Как? Блин, она у тебя прям совсем коротенькая, конечно, ну, карась, он дурак, он может взять и прям вот здесь вот, да? Карась, да. Он дурак, а мы умные. Сука, давай, Ренат, ну, за рыбалку, ядрёный. Так, Ренат сейчас будет... Крючок, этот червячок. Червячка, да. Червячка насаживать. Так, и это фигня. Крючок, и, что ли? Да. А да что это? Чего он шевелится-то, зараза? Живой, что ли? Жить хочет, гад. Сейчас мы его это приболтаем. Не смешите меня, Алексей. Так, не, нормально, насаживается. Ну ладно, этот жуткий процесс мы не будем показывать особо впечатлительным. Вот посмотрите на велосипед, пока ядрёный. Я не могу. Короче, сейчас будем насаживать по полной программе, ядрёный. Стой, зараза. Но тебе надо этому научиться, Ренат. Сейчас сделаю. Как ты будешь потом?
Я буду сразу с червяками удочки покупать. Покупай собранное, чтобы было с червяками. Но у меня уже есть легкие незначительные поклевочки. Да. Я прям чувствую, Ядрёныч. Блин, забыли мы хлебушка, надо было. Вот, на хлеб же тоже ловится. Надо было хлебушка взять. Но на червя, по идее, тоже должен издеваться над червяком. Научись, хрен ли делать-то, Ядрёныч. Пригодится в жизни. Коли эту тему ты занялся рыбалкой. Все. Все? Да. Ну ладно. Слава богу. Так, ну что? В рыболовном магазине не пришлось идти, чтобы насаживать. Насадите, пожалуйста. Самое главное, когда невеста будет, как будешь насаживать? Это разберемся. Это все надо. Тоже в рыболовный магазин пойдешь? Нет. Так. Ты эту штучку не забудь, только это, фиксатор снять. И так пальчиком придерживай ее и раз потихонечку. Не понял. Че, запутал ты уже? Так, ну все, вот они наши поплавочки там болтаются, а мы, знаете, что это такое? Эсса. Ух ты, ничего себе, дыня, клубника. И что самое интересное, вот это вот, это считается пиво безалкогольное, оно стоит дешевле, чем лимонад. А по вкусу намного мне больше нравится. Действительно так и есть. Попробуем, что за эсса. Что за фигня, да? Ну. Все, удачно. А ты это, ведро-то взял для рыбы? Куда рыбу-то будем складывать? Сразу? А, у тебя же багажник есть там. У меня есть. Ну, давайте, за все хорошее. За все. Ну, неплохая штука. Нормально. Освежает. Освежает. А хорошее местечко в тенечке тут. Да. Еще бы табуреточка бы. Табуреточка была. Вообще бы. Надо как-то приспособиться. Надо. Да, ребята, в Москве парковая рыбалка. Вот я сколько бате говорю, что ты не ездишь? Он, говорят, мужик, говорит, 1,5 килограмма забрал здесь. Может, тоже... Да и у меня вон легкие незначительные поклевочки. Да и у Рената... Не, Ренат, тебе, по-моему, надо перекинуть. Перекинуть, да. Ну ладно. Он сейчас перекинет. Тебя прям к берегу пришвартовалось уже. Ветер, видишь, на нас идет. То есть мы стоим, а ветер такой раз на нас пошел, Ядрёна. На нас идет. Надо же еще потренироваться в забрасывании. Вот Ренат тренируется. Тут, конечно, экстремально, блин, для первых разов. Что там, сильно зацепил? Для первых разов экстремальненько довольно. Тут он ветки, кусты, короче. Но здесь клюет, потому что я видел, сколько раз. Мы с Ренатом, помнишь, тоже проезжали, тут ребята сидели. Говорит, есть, рыба есть. Ловить надо уметь. Тоже надо, может быть, приманочку потом... подобрать, на что тут, на хлебушек, на червя, на опарыш. Столько нюансов. Так пристреляться, потренироваться, покидать. В общем, такое дело. Ну ладно, ладно, посмотрим. Не дергали, конечно, но тоже неплохо. Красота какая, вид какой красивый. А что еще для счастья надо? Надо было для тренировки куда-то на открытую местность идти. У меня тоже зацеп произошел, я тоже запутал. И Ренатович, вот, конечно же, как же без запутывания. Сейчас будем распутывать палочку. Палочку с лесочкой, Ядрёныч. Ну ладно. Но это, как его, дебют? Заодно вон Ренатович сказал, червяки покупаются, хоть, да, а то жарко. Хоть червячков покупаем, Ядрёныч, ты то неплохо. Ну ладно, 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 сейчас она просто рыба пока на дальний кордон ушла. Сейчас подойдет. Спит еще пока, дремлет, сиеста у нее. Вот поэтому, в принципе, наверное, и рекомендуется две удочки иметь. Вот масштаб трагедии тут, конечно, а там на той стороне вон. Еще хуже. Ё-моё.
Ну, это, наверное, можно, конечно, все дело размотать. Но вот чем будет Ренат сейчас заниматься в ближайшие 2 часа. Нет, тут реально, тут сложно. Мы на сложную локацию приехали. Надо было где пусто, вон куда-нибудь туда, чтобы хотя бы вот потренироваться, покидать. Ну, ничего страшного, может, распутаешь, Ренат. Ну, нет, надо, наверное, разбирать это все. Хрен его знает. Я тоже думаю, да. Хрен знает. Как. Здесь, надо опять в рыболовный магазин сказать. На, блин, делай, как переделай. Собрал, так разбирай, распутывай теперь. Деньги. Так, ну ладно, Ядрёныч. То еще одна есть удочка пока в ходу. Пока жива. Пока жива, Ядрёныч. Так, ну что, ребята, кажется, дождь собирается. Да, у нас, кстати, идет стримчонок. Всем привет, ребята, от души. Да. И вон он мой висит крючок. Не, главное мне, говорит, 13. Ренатыч, доставай, Ядрёныч. Как я достану? Ты повыше. А гром гремит, слышь? Да все. Дождик собирается, ребята. Надо сматывать удочки потихонечку, да. Блин, у меня было одно, я вытаскиваю, и она, я чувствую, сидит там рыба, хвостом виляет, но она сорвалась, я рановато вытащил. Ты порыбачили. Так. Ой, зараза, как зацепился-то он, а? Да. Сейчас оторвется, чувствуется мне. Гремит, сверкает, ребят. Ну, сейчас ливанет, походу. Сейчас чувствуется мне. Ты отойди, Ренатич, маленько. Да. Ой, там... Как же так он это, блин? Египетская сила. Ты. Ну что делать с ним? Ну что, ножницы есть? Ты до него не дотянешься. Резать будем. Ты смотри, какая зараза, а? Отпусти нахрен уже. Не твое же, что ты делаешь? Все, походу. Все. На этом наша рыбалка закончилась. Нормально. Все, ребята, мы отстрелялись. Весело зато. Вот сука. Зараза, тварь какая. Тварь измайловская, блин. Тварь измайловская. Зато весело, что. Батя какую-то удочку мне подарил неправильно. Ну, а я себе купил неправильно. Алексею подарили неправильно. Ай, блин, зараза. Вот. Да, на этой рыбалке больше травм, чем рыбы. Первый, блин, всегда комом. На меня уже начинает капать, походу. Да, начинает. А видел, молнию прям сверкнул. Она же, это, удочку вытягивает. Сейчас как хрясь. Ну вот и хрясь. И фаталити, Ядрёныч. Фаталити, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, у меня и катушка сломалась. Вот эта крутилка. Ну все. Ну что, тогда вместе к этому мужику в следующий раз и едем. Я удочку чинить, ты тоже покупать все другое. Ну все. Ну нормально. Не, ну нормально, что. Катушка сломалась. Вот крутилка. Вам и рыбалочка, ребята. Крутилка видите? Сломалась, ребята. Вот вам вон, и рыбалочка. Да, вон. А где она, кстати? Да ладно, что теперь искать, что ли? Ребята, извините. Что-то гусек тут похрамывает, что ли? Чего с тобой случилось, родной? Чего такое? А, нормально все. Ты просто гуляешь. Я думал, лапка, у меня тут... Не, он что-то, мне кажется, или они так проходят, или он похрамывает что-то. Ну ладно. Вот такие тут вот. Такая братва тут сидит. Местная. Опачки, Дрена, Леха, Ардова, РДР. Два играл? Конечно, я ее прошел. Это у нас идет, ребята, все, стрим. Да, я его видите. Ну, такая красота. Вот, вот, Ренатыч, где надо было швартоваться-то, вот. Тут ни деревьев, ни кустов. Чего мы туда поперлись? Ну, ладно. Теперь надо удочки по новой собирать. Ну, зато и попрактикуемся в сборе, да? Так, ребята, ну что, как говорится, главное не победа, главное участие. Да. И обидно бы было, если бы только у Ренатыча, например, удочка сломалась, а у меня нет. А так мы вдвоем по удочкам отстрелялись. Вот, теперь будем, так сказать, крутить эти... Катушки учиться, да. Ядрёныч. И вязать
и вязать крючки. Так, дождик, он что-то все пугает, но как такового прям ливня, вот как обещали, такого не было. Надеюсь, не будет. Вам, ребята, вам. Да. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Переходите на канал Ренатыча, ссылка у него тоже есть, замечательное видео получилось. Вот, с Ютубом траблы, поэтому ссылочка на Телеграм, подписывайтесь, чтобы нам не потеряться, если что. Ну и до скорой встречи, продолжаем пока, радовать пока. Вас. Да, пока, пока, пока есть возможность, продолжаем, ребята. Всем, ребята. От души и сердечного. Клапана. Клапана. Да, ловите, как мы, ловите с нами, ловите лучше нас. Да. Ну и магазинчик, конечно, топовый. Пойдем к дяденьке, пусть он нам тоже опять сделает. Пойдем, да. Накрутит. Сейчас, скажи, я тебе вам буду, накручу, ядрёно. Так накручу. Да. Все, ребята, пока-пока. Увидимся. Главное, атмосфера.